Друзья, всем привет! Это будет, наверное, короткий выпуск новостей, а значит, моей морды в кадре не будет. Но зато я почти разделался с делами на работе, ну или они со мной. Но в любом случае, скоро времени станет больше, и я смогу снова выпускать ролики регулярно. И мне так не хотелось откладывать новости в долгий ящик, тем более, что тут реально есть что обсудить. Итак, погнали! Специалисты НАСА наконец соединили детали телескопа Джеймса Уэбба в единую конструкцию. Я напомню, что в последние годы космический телескоп проходил целый комплекс испытаний, включая тесты в термовакуумной камере и акустические испытания. Кстати, после них и было принято решение отложить запуск телескопа на 2021 год. Это время потребовалось для устранения выявленных недостатков. Затем новые испытания и, наконец, зеркало с научными приборами соединились с самим космическим аппаратом, так называемым Space Bus. Вот так теперь выглядит Джеймс Уэбб. Но это, конечно, еще не конец. Теперь предстоит сборка и проверка всех электрических цепей, затем проверка развертывания пятислойного теплового щита. Без него телескоп не сможет работать. Еще будет тест, имитирующий космическую среду. Короче, работы предстоит много. Но если все пойдет по плану, то уже в 2021 году телескоп, который называют преемником Хаббла, наконец приступит к работе. Хотя, на мой взгляд, слово «преемник» тут не совсем корректно. Да, ожидается, что это будет гигантский скачок вперед для наблюдательной астрономии, как в свое время и произошло с Хабблом, но телескоп все-таки нацелен на другие научные задачи, о которых мы обязательно поговорим, но не сегодня. Красные гиганты, скажем так, немного сгладили противоречия в оценке постоянной Хаббла. И это важная новость, хоть и не самая свежая. Постоянная Хаббла характеризует скорость расширения Вселенной. Однако посчитать ее точное значение оказалось непросто. Один из методов оценки состоит в том, что мы наблюдаем галактики, оцениваем расстояние до них и измеряем их красное смещение. Расстояние мы оцениваем либо по цефеидам, если галактика близко, либо по сверхновым типа 1А, если галактика далеко. Цефеиды — это пульсирующие звезды, период пульсации которых связан со светимостью. А сверхновые 1А — это особый класс взрывающихся звезд. Когда-то считалось, что все они взрываются с одинаковой яркостью. Сейчас понятно, что это не так, но учитывая зависимость Пскоского Филлипса, их по-прежнему можно использовать для определения расстояния в качестве стандартных свечей. Про космические расстояния как-нибудь тоже поговорим. И этим методом значение постоянной Хаббла получается порядка 74 км в секунду на мегапарсек. Второй метод основывается на измерениях неоднородностей реликтового фона, того самого отголоска молодой и горячей Вселенной. И по самым точным расчетам, основанным на данных европейского спутника Планк, получается значение порядка 67,5 км в секунду на мегапарсек. Понятно, что каждый метод не идеален. Например, на яркость цефеид и сверхновых может повлиять межзвездное поглощение или какие-нибудь неучтенные физические эффекты. Планку тоже есть где ошибиться, но если это различие реально, то это могло бы означать, что мы видим новую физику, что мы пощупали Вселенную и почувствовали что-то загадочное и совершенно непонятное. А если это все-таки методическая ошибка, то нужно знать, какой из двух методов нам врет. И вот новое исследование. На этот раз авторы определили расстояние до галактик не по цефеидам и сверхновым звездам, а по красным гигантам. Дело в том, что самые яркие красные гиганты в галактике будут иметь примерно одинаковую яркость. Это связано с тем, что гигант расширяется, пока водород горит в его слоевом источнике. Это оболочка вокруг ядра звезды. Ядро же в этот момент инертно, поскольку водород в нем уже закончился. Затем в какой-то момент давление и температура ядра достигают таких значений, что в нем загорается уже гелий. В этот момент гигант разогревается, а значит становится менее красным и светит несколько слабее. В итоге, сравнив яркость красных гигантов в одной галактике с гигантами в другой, можно понять, какая из них дальше и во сколько раз. Ну а раз мы знаем расстояние, то померив красное смещение, можно уточнить и постоянную Хабблу. Этот метод дал значение почти 70 км в секунду на мегапарсек. То есть это что-то между двух предыдущих оценок. Увы, у этого метода пока недостаточно высокая точность. И это несмотря на то, что гиганты обычно сидят в гало галактик, где их свет почти не поглощает космическая пыль. Зато пронаблюдав большое число красных гигантов, можно будет наконец сказать, виновата ли в расхождении оценки скоростей расширения Вселенной методологическая ошибка ученых, или же мы видим новые, пока непонятные свойства нашего мира. Посмотрим. Планета Юпитер могла в прошлом скушать суперземлю.
По крайней мере, на это есть кое-какие намеки. Дело в том, что космический аппарат Джуно, который сейчас работает на орбите вокруг крупнейшей планеты Солнечной системы, заметил некоторые странности в ее поле тяготения. По всему выходило, что ядро газа у гиганта менее плотное, чем ожидалось, зато крупнее в размере. И это озадачивало. Дело в том, что согласно очень популярной теории формирования газовых гигантов, изначально прото-Юпитер представлял собой довольно плотный зародыш, на который очень быстро аккрецировались газ и пыль из окружающего протопланетного диска. Но в таком случае сейчас Юпитер должен был бы иметь плотное и компактное ядро, то, что осталось от первичной протопланеты. А это не так. В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature, ученые проверили, а не объясняется ли эта странность каким-либо катастрофическим событием в прошлом планеты. И таки да, с неплохой вероятностью к таким последствиям могло привести столкновение лоб в лоб молодого Юпитера и планеты массой в 10 масс Земли. Поэтому ядро до сих пор такое рыхлое, если можно так выразиться. Со временем ядро станет более компактным, но на это нужны еще миллиарды лет. Напоминает чем-то, как в грязной воде постепенно оседает взвесь вещества. Но это происходит тоже не быстро. Интересная история с Роскосмосом. В последнее время стало модно шариться по предприятиям госкорпорации и выкладывать оттуда очень интересные фото и видеоматериалы. Естественно, возникало ощущение, что с охраной этих объектов что-то не так. А куда еще в нашей стране можно залезть ради Инстаграма? И хорошо, если только ради него. Поэтому Роскосмос немного напрягся и разом задержал аж 17 человек за незаконное проникновение на территорию научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности, что под Сергиевым Посадом. Сначала последовали комментарии, что у задержанных нашли кое-что интересное, и вообще, не все задержанные имеют российское гражданство, как бы намекая на… ну ладно. Но потом всем выписали штраф 3000 рублей и отпустили. И вот появилась информация, что всех задержанных блогеров пригласили на экскурсию на то самое предприятие, куда они пытались проникнуть, но теперь уже легально. И на мой взгляд, это круто. В кои-то веки респектую Роскосмосу. Хотите посмотреть — смотрите. Ну, понятно, что покажут не все, но это и правильно. А в итоге Роскосмос получит фото и видео о себе, а народ — новые впечатления. Но пока я радовался, пришли довольно странные новости. Роскосмос изучает возможность возвращения огнестрельного оружия в состав носимого аварийного запаса российских космонавтов. Зачем? В кого космонавтам стрелять? Так, а вот, собственно, новость, из-за которой я решил делать этот выпуск. Слушайте внимательно, тут важно каждое слово. Астрономы обнаружили признаки водяного пара у экзопланеты, вращающейся по орбите в зоне обитаемости вокруг красного карлика. Причем эту планету классифицируют как суперземлю. Уловили? На всякий случай поясню подробно. Для начала, вода — это один из пяти основных биомаркеров, то есть веществ, наличие которых в атмосфере может свидетельствовать о биологических процессах, аналогичным земным. Правда, может и не свидетельствовать, но сейчас это не важно. На планете в зоне обитаемости есть вода, этого уже немало. Теперь еще один момент. Звезда, вокруг которой вращается планета, это красный карлик. Кстати, довольно близкий, всего 124 световых года от нас. И эта звезда, как и почти все красные карлики, очень активная. Там происходят вспышки куда мощнее солнечных и куда чаще, между прочим. А зона обитаемости располагается к звезде значительно ближе, чем у нас. Поэтому многие исследователи довольно скептически относятся к красным карликам, как к местам, где стоит искать внеземную жизнь. Выбросы вещества со звезды просто снесут атмосферу с планеты, поэтому никакой биосферы там развиться не может. Казалось бы, ну вот ведь она, атмосфера, причем с водой, и в зоне обитаемости. А ведь красные карлики — это самые распространенные звезды во Вселенной. Так что же, сторонники распространенности внеземной жизни могут праздновать победу? Не совсем. Как вообще изучают атмосферы планет? Откровенно говоря, с трудом. Тут используется затменный метод. Когда планета проходит между своей звездой и нами, то часть света звезды проходит через атмосферу планеты, и это, как мы знаем, отражается на спектре прошедшего света. То есть можно сравнить спектр звезды с планетой и без нее, и разница — это и будет как раз вклад планеты. Проблема в том, что лишь очень небольшой процент света звезды проходит через атмосферу планеты. И его вклад тем меньше, чем меньше размеры планеты. Поэтому в работах использовалась довольно хитрая методика моделирования атмосфер и сравнения моделей с наблюдаемыми спектрами.
Я не оговорился, работ таки две. Одна вышла в Nature Astronomy, а другая в архиве электронных препринтов. Да, в обоих случаях ученые обнаружили признаки водяного пара. Причем, по некоторым моделям, его концентрация может достигать 50%. Также в атмосфере обнаружены признаки водорода и гелия. В общем, на сегодняшний день это первая планета столь малых размеров в зоне обитаемости, у которой нашли воду. Но что мы вообще знаем об этой планете? Ее открыли в 2015 году в рамках программы Кеплер-К2. Она делает оборот вокруг звезды за 33 дня, имеет массу порядка 8 масс Земли и среднюю плотность 2,4 грамма на сантиметр кубический, хотя по некоторым оценкам даже больше. А теперь смотрите. Средняя плотность Земли 5,5, Марса 3,9, а Луны 3,3 грамма на сантиметр кубический. Зато это больше средней плотности Урана и Нептуна, у которых 1,3 и 1,6 соответственно. Складывается ощущение, что планета — это что-то среднее между каменной суперземлей и ледяным гигантом. А ведь так оно и может оказаться. Да, это может быть каменная планета с очень плотной атмосферой. По оценкам исследователей, если у нее существует твердая поверхность, то давление там может достигать миллионы атмосфер. Почему? Да просто, чтобы объяснить столь низкую плотность каменной планеты, нужно предположить очень протяженную атмосферу. Также планета может относиться к классу мини-Нептунов, или как их еще называют, газовые карлики. И вот тут наоборот, требуется объяснить слишком большую для них плотность. Но представьте небольшой газовый карлик, который на протяжении миллиардов лет обстреливается потоками заряженных частиц от своей активной звезды. Атмосфера постепенно диссипирует, то есть улетучивается, а плотное ядро остается. Значит, возможно, это открытие наоборот говорит о невозможности удержать атмосферу землеподобных планет возле красного карлика, раз уж и мини-Нептун, и тот так похудел. Возможно, в пользу последнего предположения говорят и признаки водорода и гелия в той же атмосфере. Короче, нужно разбираться дальше. Чем, кстати, и займется телескоп Джеймс Уэбб, запуск которого запланирован на 2021 год. Крымский астроном-любитель открыл первую в истории межзвездную комету. Я напомню, что предыдущий межзвездный гость, Аумуамуа, классифицировали все-таки как астероид. А вот теперь мы имеем дело именно с настоящей кометой, у которой есть кома и хвост. Вообще это довольно интересная история. Геннадий Борисов — сотрудник Крымской астрономической станции ГАИШ, но в должности инженера. Конструирует телескопы и занимается наблюдениями он, так сказать, в свободное от работы время, как астроном-любитель. И вот, 30 августа, на изображении, полученном на 65-сантиметровом самодельном телескопе, Борисов обнаружил тот самый объект. Данные о нем сразу же попали в Центр малых планет Международного астрономического союза, и к наблюдениям подключились астрономы по всему миру. Изначально предполагалось, что это хоть и новая, но рядовая комета. Но чем больше было наблюдений, тем необычнее вырисовывалась ее орбита. Я напомню, что у орбиты есть важная характеристика, называемая эксцентриситет. И это как бы мера ее вытянутости. У круга эксцентриситет равен нулю, у эллипса лежит в пределах от нуля до единицы, у параболы он равен единице, а у гиперболы ее превосходит. Орбиты планет в Солнечной системе в основном круговые. Комет довольно вытянутые, иногда близкие к параболе. Но если орбита окажется гиперболической, то двигаясь по ней, тело обладает достаточной скоростью, чтобы преодолеть тяготение Солнца и улететь бесконечно далеко. То есть тела на гиперболических орбитах почти наверняка прилетают из далекого космоса. Нет, конечно, у любого правила есть исключения, но в данном случае восстановленная форма орбиты не оставляет сомнений. Если эксцентриситет орбиты межзвездника Аумуамуа это где-то 1,2, то у кометы Борисова порядка 3,5. И это говорит о явной межзвездности объекта. И вот 11 сентября Центр малых планет выпустил циркуляр с описанием кометы Борисова, а 13 сентября на 10-метровом Большом Канарском телескопе были получены ее снимки и спектральные данные. Оказалось, что состав кометы похож на состав наших местных комет. По всей видимости, это говорит о схожести условий их формирования здесь и там. На самом деле, изучение межзвездных космических тел — это очень важная задача для науки. Представьте, вместо того, чтобы лететь очень далеко и долго в другую звездную систему, мы можем получить вещество оттуда уже сейчас, и это здорово. Штурм зоны 51 обернулся местечковым фестивалем. Напомню, что все началось 27 июня, когда в Facebook сообществе с мемами запланировали на 20 сентября встречу под названием «Штурм зоны 51». Они не смогут остановить нас всех, несмотря на 2 миллиона зарегистрированных участников на Фейсбуке. До места добрались всего несколько тысяч человек. Народ потусил, послушал музыку, потренировался в беге Наруто и мирно разошелся.
эксцессов с полицией и армией было минимум. А разговоров-то было. Удивил в толпе вот этот парень с флагом Северной Кореи. А что, если все это подстроил коварный Ким Чен Ын, чтобы узнать все тайны военной базы? И на этом все новости, друзья, которыми я хотел бы с вами поделиться. В последнее время не получалось выпускать видео часто, но это уже позади. А почему так вышло, я расскажу в отдельном разговорном ролике. Подписывайтесь на канал, все, кто еще этого не сделал, любите науку и до встречи на улице Шкловского.